Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1495. События дня. Откровение 1.17. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». За 15 января 2020 года. И наше тут обращение о помощи приобретения комбайна. Старости. Может, кто откликнется. Все данные тут показываем. Ну, тормозить можно курсором. Ну и 4 видеоролика поставили, как работа идет. И далее наше содружество по изучению Библии, кто что говорит, новости каждый день выставляю. Можете прочитать.
Ну вот что делали? Всегда как встаем. Я стою пораньше тут. Потом уже в 3 часа с чем-нибудь там минут 5-10 затопляю печь. Бывает заранее заправленная. Ну и тут смотрю, жду и в интернете. Сейчас у меня здесь замки снимает Володя. Я заказчику делаю. Ввел его. Все. Я как бы прощаюсь. Совсем и так хорошо идет. Целый день кормлю тут птичек. Снег заваливают, иду разгребаю, опять они летают. Желанная большая семейца, воробьи, голуби, дикари, свои наверху. Считаю, тут разные смотрю ролики, которыми интересуюсь. О войне меня сильно интересует. Ну, а ты вот сейчас посмотрела Кузнецове Николая, разведчик. Взявший меч от меча погибнет. Все. Ну, можешь считать на этом все сегодня.